очередь, вот она, гортензия самарская лити. Это наш самый любимый сорт. Это, во-первых. Во-вторых, это самый продаваемый сорт на сегодняшний день. О гортензиях Вера Глухова может рассказывать часами. Об этих цветах она знает, если не все, то многое. Ведь Вера Викторовна владелица большого питомника растений в Самаре. За год вместе с сотрудниками выращивают порядка 2,5 миллионов цветов. И сегодня на международной выставке она не случайно. Ей есть что показать. Выращиваем в грунте и в контейнере. Два вида производства получается. В грунте в этом году 490 тысяч у нас гортензий. И в контейнере где-то около 1 800 000. С удовольствием участвуем на этой выставке. Есть возможность показать растения уже взрослые, во-первых, с комом. И нам никто не говорит, здесь формат очень хороший. Площадкой для проведения выставки стал садовый центр Вашутина. Кооперация питомников в Химках проходит четвертый раз, но впервые она настолько масштабная. В этом году свои растения представили 115 питомников со всей России, Белоруссии и Казахстана. Такой выставки пока в России нигде нет. Выставка профессионалов, выставка только для профессионалов. Здесь кроме самой выставки, кроме налаживания связи, восстановления связи, которые были утеряны там в постсоветское время, идут научные семинары, идет большая работа. Здесь представлены комнатные растения и те, что высаживают в открытом грунте, то есть на улице. Такие достаточно плотные, твердненькие плоды, но из них, говорят, очень хорошо варить компот. У Ирины Саватеевой свои питомники в Московской, Тульской и Белгородской областях. На этом рынке труда она почти 20 лет. Рассказывает, что выставка помогает не только наладить контакты между другими компаниями, но это и отличная возможность обменяться опытом. Эта выставка, она доступна начинающим питомникам. Вот мы там старый питомник, нам почти уже 20 лет, а здесь есть маленькие совсем стенды, маленькие питомнички. Но зато, знаете, прошел и посмотрел, что люди выращивают, где выращивают, как выращивают, ты пообщался там с хозяином, посмотрел человеку в глаза. Это очень важно. И это всегда дает большой толчок дальнейшему развитию. На выставке только профессионалы. Это представители торговых сетей, садовых центров, муниципальных служб и ландшафтные дизайнеры. Участники заключают договоры о сотрудничестве. Они выставляют свои растения и на продажу. Правда, торговля на выставке только оптовая. Кооперация питомников традиционно проходит в конце октября и длится 3 дня. Андрей Панченко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.